У Гомелі з офіційним візитом знаходиться делегація італіянського регіону Емілія-Романія. У її составі представники ведучих асоціацій, які працюють з нашою областю по гуманітарних програмах. Сьогодні відбулася зустріча італіянських спеціалістів з керівництвом Гомельського облвиконкама. Мета візиту – моніторинг реалізації діючих програм і визначення нових накірунків взаємодіяння у соціальній сфері. Керівник італіянської делегації Барбара Лори відзначила, что в последние годы появились новые перспективы для совместной работы, у тем лику про сотрудничество по шерогу европейских программ. При этом важно заховать и те проекты, которые уже реализуются. В первую очередь, размова об оздоровлении белорусских детей у Италии. Когда говорить про новые программы, они закранут медицину и эдукацию. Работа предстоит большая. Во время своего визита мы посетим социальные учреждения, школы, больницы, проведем ряд встреч. Пока могу сказать, что сделанное ранее достойно высокой оценки. Мы с удовольствием хотим продолжить то, что уже было заложено за годы сотрудничества, но сегодня мы понимаем, что нам нужно двигаться вперед. Необходимо использовать весь энтузиазм как белорусской, так и итальянской стороны с тем, чтобы была возможность работать на другом уровне в более серьезных европейских программах. Какие именно будут применимы для Гомельской области, мы будем точно знать после окончания визита, когда детально все обсудим. Bate.